Беседа 15. 2.20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плоти, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. «Много благодарен вам, что вы вчера приняли наше увещание с большой готовностью и не только не тяготились продолжительностью слова, но были до конца так внимательны, что сохранили живое расположение слушать. Этим вы подаете нам добрые надежды на то, что исполните наш совет самым делом. Кто слушает с таким удовольствием, тот, очевидно, расположен к исполнению выслушанного на деле». С другой стороны, нынешнее стечение ваше служит доказательством вашего душевного здравия. Как позыв к пище есть знак телесного здоровья, так любовь к Слову Божию служит наилучшим свидетельством благосостояния душевного. Так как плод вашего усердия проявляется в исполнении вами слышанного, то вот и мы отдадим вашей любви награду, которую обещали вчера. Наградой называя это духовное учение, которое и у меня, дающего, может увеличить достояние и вас, приемлющих, сделать богатыми. Таково все духовное. А в чувственных вещах этого не бывает. Там дающий уменьшает свое имущество, а получающего делает более богатым. Здесь же не так. Напротив, и дающий этим самым еще более увеличивает собственное богатство, и у приемлющих умножается достояние. Итак, по елику и мы готовы сообщить, и у вас недра ума приготовлены принять это духовное богатство, то и исполним свое обещание. И, принявшись за дальнейшее объяснение того, что было читано из блаженного Моисея, через это отдадим вам награду. Нужно объяснить то, что прочтено сегодня, чтобы таким образом, с точностью раскрыв заключающееся в речениях богатство мыслей, сообщить его вашей любви. Вы слышали недавно слова Божественного Писания. Адам уже не нашлось помощника, подобного ему. Что значит это краткое речение? Адам уже. Зачем прибавлено союз же? Недовольно ли было сказать Адаму? Исследовать это хотим мы не просто по излишней пытливости, но чтобы тщательно истолковывая вам все, научить вас не пропускать в Божественном Писании без внимания и краткого речения, ни даже одного слога. Ведь это не простые слова, но слова Духа Святого. Потому можно найти великое сокровище и в одном слоге. Внимайте же, прошу усердно. Никто не будь ленив, никто сонлив. Все имейте бодрый ум. Никто пусть не блуждает мыслью на стороне и стоя здесь, пусть не развлекается житейскими попечениями. Напротив, помышляя о достоинстве этого духовного собрания и о том, что мы слышим здесь Бога, говорящего к нам устами пророков, сообразно с этим пусть всякий отверзает слух и напрягает ум свой, чтобы ни одно из бросаемых нами семян не пало на камень или при пути, или в терне, но чтобы все семя, упавшее на добрую землю, то есть на широту великого ума, могло принести вам обильный плод и умножилось сеемое нами. Посмотрим же, что значит прибавление союза. Адам уже говорит, не нашлось помощника, подобного ему. Заметь точность Божественного Писания. Сказавши, Адам уже не нашлось человека, подобного ему. Оно не остановилось на этом, но прибавило подобного ему, объясняя нам этим прибавлением причину, по которой оно употребило союз. Думаю, что более быстрые в соображениях сами уже предвидят, что будет нами сказано. Но так как мы, предлагая поучение, всем вообще должны стараться, чтобы слова наши были ясны для всех, то вот и покажем вам, почему Писание, так, с прибавлением союза же, сказало, только потерпите немного. Прежде, как помните, в Божественном Писании сказано «сотворим помощника, подобного ему», вслед за тем сообщило нам о сотворении зверей, пресмыкающихся и всех бессловесных.
«И создал, сказано Бог, от земли всех зверей, птиц небесных, и привел их к Адаму, чтобы видеть, как он наречет их. И Адам, как господин, нарек всем имена. Каждой породе зверей, птиц и всем бессловесным назначил подарованное ему мудрости свойственное наименование. А чтобы мы видели, что все эти твари, хотя исполняют некоторую службу и содействуют человеку в трудах, однако ж неразумные твари и весьма далеко отстоят от человека, чтобы мы не думали, будто о них сказал Бог, сотворим ему помощника. Ведь если они помогают человеку и службой своей доставляют ему много пользы, все же неразумно, что они помогают ему, это показывает самый опыт. Одни из них пригодны к перенесению тяжести, другие к обрабатыванию земли. Вол влачит плуг, прорезывает борозды и много других услуг оказывает нам при земледелии. Осел также много помогает при перенесении тяжести. Да и многие другие из бессловесных служат нам к удовлетворению телесных наших нужд. Овцы служат нам своей шерстью для устройства одежды. Козы и волосом, и молоком, и другим, что пригодно в пищу нам. Итак, чтобы не к этим животным относили мы сказанное выше, сотворим ему помощника. Для этого блаженный Моисей начинает теперь слово и говорит, Адам уже не нашлось помощника, подобного ему. Как бы так он учит нас и говорит, все эти животные созданы Богом для человека и получили себе название от Адама. Однако ж ни одно из них не оказалось достойным быть ему помощником. Потому и хочет Моисей внушить нам, что имеет быть создано новое животное, и что это готовое явиться животное есть то самое, о котором сказано «сотворим ему помощника», подобного, то есть ему, одной с ним природы, достойного его, ничем не ниже его. Поэтому этот блаженный и сказал, а Адаму не нашлось помощника, подобного ему, показывая нам, что сколько бы бессловесные ни были нам полезны своими услугами, но помощь, оказываемая Адаму женою, другого рода и гораздо превосходнее 120. Итак, когда все животные были уже сотворены и получили имена от первозданного человеколюбивый Господь, устрояя все для созданного им, искал подобного ему помощника, создав для него всю эту видимую тварь, сверх всего прочего творит и жену. И смотри, с какой точностью Писание учит нас о создании этого творения, так как оно сообщило уже нам, что Бог хочет создать Адаму помощника, подобного ему. И выше сказано, сотворим ему помощника, подобного ему. И здесь говорит, но не нашлось помощника, подобного ему. То поэтому создание жены совершается из существа Адама. Велика сила этих слов. Она превосходит всякий разум человеческий. Не иначе можно понять величие их, как только рассмотрев их очами веры. И навел, говорит Бог, сон на Адама. Обрати внимание на точность учения. Оба эти обстоятельства, исступление и сон, указал блаженный пророк или лучший Дух Святый его устами, раскрывая нам сообразность события. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. Это было непростое исступление, необыкновенный сон. Но так как премудрый и богоискусный создатель нашей природы хотел взять у Адама одно из ребр его, то чтобы он не почувствовал боли и затем враждебного расположения к созидаемой из его ребра, чтобы, помня боль, не возненавидел создаваемое животное, для этого Бог, погрузив Адама в исступление и как бы повелев ему быть объяту некоторого рода оцепенением, навел на него такой сон, что он совсем не чувствовал, что происходило с ним. Как совершеннейший художник взял, что считал нужным, и восполнил то, чего недоставало, и взятое устроил по своему человеколюбию, навел, сказано, Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И это для того, чтобы Адам по прекращении сна не мог знать о случившемся по недостатку ребра. Ведь если он не узнал о том во время отнятия ребра, то как мог узнать после?
и так, чтобы и самое отнятие ребра не причинило ему боли, и потом недостаток его не возбудил в нем скорби, Бог то и другое устроил так, и ребро взял безболезненно, и оказавшийся затем недостаток восполнил, и через это не дал Адаму узнать, что с ним было. Итак, взявши ребро, Господь Бог, сказано, создал из него жену. Чудное дело, безмерно превышающее наш ум. Таковы все дела Господни. В самом деле, создание жены из ребра Адамова не меньше создания человека из персти. При этом обрати внимание и на снисхождение Божественного Писания, какие слова употребляет оно ради нашей немощи. «И взял, сказано, одно из ребр его». Не разумея слова эти по-человечески, но зная, что употребленные грубые речения приспособительны к немощи человеческой. Ведь если бы Писание не употребило этих слов, то как бы могли мы узнать неизглаголенные тайны? Не будем же останавливаться только на словах, но станем понимать все благоприлично, как относящееся к Богу. Это выражение «взял» и все ему подобное, употребленное ради нашей немощи. Смотри еще, как и здесь Писание употребило то же выражение, что и говоря об Адаме. Как там оно и раз, и два, и многократно говорило, взял Господь Бог человека, которого создал еще, и заповел Господь Бог Адаму, и опять, и сказал Господь Бог, сотворим ему помощника, подобного ему, так и теперь говорит. И создал Господь Бог из ребра, которого взял у Адама, жену, и выше, навел Господь Бог на Адама крепкий сон. Это для того, чтобы ты знал, что в употреблении этих слов Бог и Господь Писание не делает никакого различия между отцом и сыном. А так как оба они имеют одну сущность, то и употребляет оно имена безразлично. Так вот, и повествуя о создании жены, оно поступает так же и говорит, и создал Господь Бог из ребра, взятого у Адама, жену. Что скажут здесь еретики, которые хотят все подвергать исследованию и думать, что они постигли рождение Создателя всяческих? Какое слово может выразить это? Какой ум постигнуть? Одно ребро, сказано, взял Бог. Как же из этого одного ребра он образовал целое животное? И что, говорю, как из этого ребра одного Бога образовал животное? Скажи мне, как совершилось отнятие ребра? Как Адам не чувствовал этого отнятия? Но ты ничего такого не можешь сказать. Знает это один тот, кто совершил создание. Если мы не понимаем и того, что у нас под руками, образование однородного нам животного, то как же бессмысленно и безумно исследовать то, что касается Творца, и говорить, будто мы понимаем то, о чем не имеет точного понятия и высшие, бестелесные силы, и что они только постоянно прославляют со страхом и трепетом. 122. «И создал, сказано, Господь Бог из ребра, которого взял у Адама, жену». Обрати внимание на точность Писания. Оно не сказало, сотворило, но создало, устроило. По елику Бог взял часть от сотворенного уже, и, так сказать, дал только чего не доставало, поэтому говорит Писание, и создал. Не другое творение произвел, но взял уже от готового творения некоторую малую часть, из этой части построил целое животное. Какова сила высочайшего художника Бога, чтобы из этой малой части ребра произвести состав стольких членов, устроить столько органов чувств и образовать целое, совершенное и полное существо, которое могло бы и беседовать, и по единству природы доставлять мужу великое утешение. Ведь для его утешения создано это существо. Потому и Павел сказал, «Не создан был муж ради жены, но жена для мужа». 1 Коринфянам 11:9. Видишь, как все создано для него. Уже создана была вся тварь, уже явились бессловесные, годные в пищу и способные служить человеку. Но первозданный не имел с кем бы ему беседовать. Кто бы по природе, по единству, мог доставлять ему великое утешение. Поэтому Бог создает из ребра его это разумное животное и по великой своей премудрости делает его совершенным, во всем подобным мужу, то есть разумным, способным оказывать ему помощь в необходимых потребностях и обстоятельствах жизни.
Так все Бог устроил мудро и искусно. Если же мы по немощи разума не в состоянии понимать, как созданы вещи, то веруем, однако, что все повинуется воле Творца, и что повелит Он, то и совершается. И создал, сказано, Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку, показывая, что для него произвел, привел ее к Адаму. То есть, так как между всеми бессловесными не нашлось подобного тебе помощника, то вот что обещал я, а обещал создать помощника подобного тебе, то исполнил и вручаю тебе, и привел ее к Адаму, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Смотри здесь, возлюбленный, как Адам вместе с несказанною, данной ему от Бога мудростью, которую он показал нам в наречении имен стольким народам бессловесных животных, удостоился еще и дара пророческого. Для того блаженный пророк Моисей показал нам выше, что вместе со сном объяло Адама и исступление, так что он совсем не чувствовал происходившего с ним, чтобы, узнавши теперь, что Адам при взгляде на жену точно объясняет происшедшее, ты совершенно убедился, что он говорит это по дару пророчества, руководимый наставлением Святого Духа. Ведь он ничего не знал о происшедшем, и однако ж, когда Бог привел к нему жену, сказал, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Ныне, говорит, от мужа произошла жена, а после не так, а от жены будет происходить муж, или лучше не от жены, а от соучастия обоих. Как и Павел говорит, и не муж от жены, но жена от мужа. И не создан был муж для жены, но жена для мужа. 1 Коринфянам 11:8. Так скажешь, но эти слова показывают, что жена произошла от мужа. Потерпи, и из последующего увидишь истинное учение. Апостол говорит, поэтому не муж без жены, не жена без мужа. Научая нас, что после создания первой жены, рождение мужа и жены бывает от соучастия того и другой. Потому-то и Адам сказал, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. 123. Затем, чтобы увериться тебе в точности Адамова пророчества, в том, что сказано им сбывается доселе и будет сбываться до самого конца мира, послушай, что следует еще далее. Это говорит жена, которая взята от мужа, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Видишь, как Адам открыл нам все с точностью, объяснив своим пророческим духом каждое обстоятельство. И назовется жена, ибо взята от мужа своего. Здесь он намекает на взятие ребра. Потом, раскрывая будущее, говорит, посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будет двое плоть едину. Откуда, скажи мне, пришло ему на ум сказать это? Откуда узнал он будущее и то, что род человеческий размножится? Откуда известно ему стало, что будет совокупление между мужем и женой? Ведь оно произошло после падения, а до того люди жили в раю как ангелы, не разжигались похотью, не распалялись и другими страстями, не обременялись нуждами телесными, но, будучи созданы вполне нетленными и бессмертными, не нуждались даже в прикрытии одеждой. И были, говорит, оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Доколе не превзошел грех и прислушание, они были облечены вышней славою, потому и не стыдились. После же нарушения заповеди превзошел и стыд, и сознание наготы. Так откуда же, скажи мне, пришло ему на мысль говорить это? Не явно ли, что он, будучи прежде прислушания, причастен к пророческой благодати, видел все это духовными очами, изъясняясь теперь об этом не без цели, но для того, чтобы вы отсюда могли познать преизбыточествующую любовь, которую явил Бог человеку, даровав ему в самом начале жизнь ангельскую, и излив на него бесчисленные благодеяния, а сверх всего другого удостоив его и дара пророческого, и чтобы вы, увидя беспечность человека после стольких благодеяний, не слагали уже вины на Бога, но во всем винили бы самого человека. Он сам для себя был причиной всех зол, как вы после и узнаете.
имущество, и лишение столь многих благ, и того осуждения, которому подвергся за прислушание. Когда подумай о том устроении жизни, какое даровал Адаму Господь, оказал ему столь великое благодеяние, и, во-первых, то, что прежде его создания создал для него весь тварный мир, и потом уже сотворил его, так, чтобы он, явившись, смог пользоваться всем видимым. Потом то, что повелел быть раю, там благоволил поселить человека, отдельно от бессловесных животных, и, дав ему власть над всеми ими, повелел ему, как господину какому, дать всем им, как рабам и подвластным, имена. Далее то, что, так как он, будучи одинок, нуждался в помощнике, который бы имел одну с ним природу, Бог не отказал и в этом, но создал, как ему было угодно, жену, вручил ее ему, а сверх всего этого даровал ему и достоинство пророческое. И после несказанных этих благодеяний дал и самое главное – освободил его от всех забот о теле, не допустил его нуждаться ни в одежде, ни в чем другом нужном, но, как было сказано, благоволил, чтобы он жил на земле, как земной ангел. Когда подумаю обо всем этом, то изумляюсь и любви Господа к нашему роду, и беспечности человека, и злобе дьявола. Злому демону невыносимо было видеть ангельскую жизнь во плоти человеческой. Но чтобы нам не слишком продолжить слово, оставим, если угодно, речь о последствиях навета лукавого демона до следующего дня. И прекратим здесь поучение, попросив любовь вашу тщательно запомнить сказанное и самим обдумать все, чтобы укоренилось в умах ваших. Если мы постоянно будем помнить о благодеяниях Божиих, какие Он излил на природу нашу, то и сами будем благодарны, и это послужит для нас сильнейшим побуждением идти по пути добродетели. Кто памятует о благодеяниях Божиих, тот без сомнения постарается не оказаться недостойным их, но покажет такую ревность и такую признательность, что будет достоин еще и других. Господь наш щедр, и как видит, что мы благодарны за оказанные уже нам благодеяния Его, умножает милость свою, удостаивает нас еще больших даров. Только бы мы, заботясь о своем спасении, не проводили время безрассудно и думали не о том, прошла ли уже половина святой четыредесятницы, но о том, сделано ли нами в это время что-нибудь доброе, исправились ли мы хоть от одной из обуревающих нас страстей. Если мы каждый день, слушая духовные наставления, будем оставаться такими же, не будем преуспевать в добродетели и исторгать из своей души различные пороки, то это не только не послужит нам на пользу, но еще к большему вреду, потому что кто и при таком попечении о нем не приносит никакого плода, тот собирает себе больше огня гиенского. Поэтому прошу, воспользуемся хотя остальным временем поста, как должно, и каждую неделю или даже и каждый день будем осматривать себя и исторгать из своей души пороки, а сокровища добродетелей приумножать. Уклонимся, как увещевает пророк, от зла и сотворим благо. Это и есть истинный пост. Гневливый пусть исторгнет из души благочестивым размышлением, обладающим страсть, и да возлюбит кротость и смирение. Беспечный и необузданный, с пристрастием взирающий на красоту телесную, обуздав свой помысел и напечатлев в недре души своей закон Христов, который говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, пусть убегает страсть и невоздержание и упражняется целомудрие. Невоздержанный языком и без рассуждения, говорящий обо всем, что не случится, пусть подражает блаженному пророку и говорит: «Положи, Господи, охрану устам моим и дверь и ограждение устам моим». Пусть никогда не произносит слов без размышлений и как случилось, но внимает Павлу, который говорит: «Всякий крик, гнев, злословие, сквернословие, хуление, да будут удалены от вас». А еще, если есть какое-либо доброе слово к полезному назиданию, дабы оно доставляло благодать слушающим, пусть избегает всячески и клятву, слыша повеление Христово, с
сказано древним, не клянись во лжи, но я говорю вам, не клянитесь вовсе. Никто не говорит, я клянусь в правде. Не следует клясться ни в правде, ни в неправде. Так будем хранить уста свои чистыми от клятвы и от всего этого ограждать язык, уста и ум ваш, чтобы не рождалось в нас какого-нибудь злого умысла и не выражалось языком. Будем крепко затыкать и уши, чтобы не принимать и пустого слуха, как заповедал блаженный Моисей, и не внимай пустому слуху. Исход 23.1. И как еще сказал блаженный Давид, оклеветающего тайно искреннего своего изгоню. Видишь, возлюбленный, сколько нам нужно бдительности, сколько труда для добродетели, как самая малая небрежность губит нас всецело. Поэтому-то блаженный Давид и восклицал в другом месте, обличая делающего это, «Сидишь и клевещешь на брата твоего, на сына матери твоей». Если мы так оградим все члены свои, то в состоянии будем бодро устремиться к делам добрым, язык упражнять в словословии, песнопениях Богу всяческих, слух в слушании изучения Слова Божия, ум в размышлении духовных предметов, руки не в хищении многостяжании, а в милостыне дело недобрых дел, ноги в хождении не в театры и подромы и вредное зрелище, а в церковь, молитвенные домы, гробницам святых мучеников, что, получив их благословение, сделать нам себя неуловимыми для сетей дьявола. Если так будем мы озабочены и заняты своим спасением, то можем и от поста получить пользу, избегнуть козни дьявола и привлечь свыше великое благоволение, которого да удостоимся все мы благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.